Вы знаете, какие сейчас условия содержатся Никита? Жалоб не было за все время. В СИЗО 5 города Канска к нему относились по-человечески. За это им большое спасибо. А как должно происходить этапирование и куда, если вам известно? Ну, как решит ГУФСИН. То есть сейчас вопрос, останется ли регион проживания, что очень хотелось бы, потому что для мамы это близко и менее затратно. Передачи, свидания и так далее. Потому что именно в городе Канске и существует та самая колония, в которой он может отбывать.